Таким образом, мы видели, что все больше и больше используется неоадъювантная химиотерапия. Американские данные показывают, что за 5 лет это возросло больше, чем на 10%, и будет еще увеличиваться дальше в будущем. Это все основано на новых рекомендациях по неоадъювантному лечению тройного негативного РМЖ. И есть много результатов исследований, и также мы можем вспомнить прошлый консенсус Сангалян. И, как все мы знаем, новая неоадъювантная химиотерапия, да, она действительно очень важна. Мы рассматриваем патологический ответ и для первоначальной опухоли, и для регионарных лимфоузлов. Здесь вы видите общий уровень полного патологического ответа в зависимости от типа опухоли, от биологии. И мы видим самые высокие тройные негативные РМЖ и HER2 положительные. И ну, все это читать вам не надо, естественно, и я не буду. Это просто очень подробный анализ чувствительности, специфичности и так далее к разным техникам стадирования подмышки до лечения. Мы знаем клиническое исследование, иногда сейчас недостаточно значимо будет, но есть разные модальности визуализации, которые далеки от идеала, честно сказать, и оставляют желать лучшего. И если, например, мы используем ультразвуковую визуализацию стадирования и биопсию лимфоузлов или тонкоигольную аспирационную биопсию, иногда результат гораздо более надежный. Так, следующий слайд. Вот он. И такая старая дилемма у нас. Что нам делать? До или после неоадъювантной терапии мы должны производить хирургию сторожевого лимфоузла. Но мы рассматриваем неоадъювантную химиотерапию, но опять-таки это дилемма. А когда стадировать и когда проводить хирургическое вмешательство сигнального лимфоузла до или после неоадъювантной химиотерапии? Сейчас уже высокий уровень верификации, низкий уровень ложных положительных, но все-таки надо понимать, какой статус подмышечной области до начала лечения. Но есть специалисты, которые склонны проводить после неоадъювантной химиотерапии уже хирургическое вмешательство на сторожевом лимфоузле или делать секцию. Но мы смотрим на разные варианты. Но в основном говорится в рекомендациях, что вначале неоадъювантная химиотерапия, а потом уже биопсия сторожевого лимфоузла. Я говорил, что когда мы после неоадъювантной химиотерапии обращаемся к вмешательству на сторожевом лимфоузле, это менее эффективно, чем если мы сделаем это до. И было несколько исследований на эту тему. Из-за высокого уровня ложноотрицательных, тут несколько важных исследований, как вы видите, их уровни ложноотрицательных. И сейчас такой консенсус существует, что для того, чтобы снизить меньше 10%, что был уровень ложно-негативных, это будет тогда приемлемо. Для этого
мы должны использовать еще изотопное лечение и, по крайней мере, удалить 3 сторожевых лимфоузла. И тогда мы уже поймем, что действительно снизили после неоадъювантной химиотерапии уровень ложноотрицательных, вывели его ниже 10%. Это тоже иллюстрирует последние рекомендации американские, или же также рекомендуется проведение после неоадъювантной, следующей стадии неоадъювантной терапии, таргетированную диссекцию сторожевого лимфоузла. Но есть, конечно, рутинная практика. Вот эта публикация из Милана, они проводили ретроспективное исследование своего населения, своей популяции. Обычную технику использовали — биопсия центрального стержневого лимфоузла после неоадъювантной химиотерапии, если клинически не было, если поля были гистологически чистыми. И тут вот квадратиками или красным выделено, что у многих пациентов все еще положительные, то есть есть остаточные явления после химиотерапии в лимфоузлах, то есть положительный край. Но мы также обычную технику для сторожевых лимфоузлов используем, и уровень регионарных рецидивов был ниже здесь. И, как я уже говорил, в настоящий момент руководство и как раз велит нас действовать именно так, как мы делали. Это во всех рекомендациях. И вот последний консенсус Сангалина также это выявил, и, может, надо это прочесть тщательнее, это слайд. То есть мы сейчас смотрим, какой должен быть доступ, с какого доступа подходить к подмышке с точки зрения сангалин консенсуса лимфоузлом, и мы смотрим до и после лечения, смотрим на крем, мы используем обычную технику удаления сторожевых лимфоузлов, и мы смотрим, негативные или позитивные, они остаточные. Если позитивные, то биссекция или хирургия лимфоузла, или можно проводить лучевую терапию подмышки. Ну, это связано с результатами некоторых других испытаний, например, амороза. Если во всем анамнезе пациентки, что отрицательный лимфоузел на протяжении всего лечения. Но надо использовать технику визуализации и посмотреть, и будет все зависеть от конечных результатов, если у пациентки положительный, позитивный край, гистологически грязный, мы должны думать о том, что будет их облучение подмышки. Если он позитивный, даже после неоадъювантной терапии, либо диссекции, либо облучения. И если до хирургического вмешательства, после неоадъювантного лечения вы увидите позитивные края, если ультразвук или что-то выявил, биопсию, что позитивный край, то дальше удаляется сторожевой лимфоузел. Важно также использовать правило микрометастаз, которое, может быть, не подходит пациентам после неоадъювантной терапии. Даже в случае микрометастаза можно это рекомендовать, если существует эта опухоль, и следует работать с подмышечной областью даже после неоадъювантной терапии в этом случае. Вот все, что пока делалось, я вам обрисовал. Существует сейчас такая идея. Какой же подход нам предпринять для того, чтобы еще больше снизить
уровень хирургических вмешательств на подмышечном лимфоузле. Много исследований проводилось. Эта техника уже введена в обиход с разными пациентами. Сейчас мы расширяем подгруппу пациентов и снижаем уровень хирургического вмешательства на подмышечном лимфоузле, учитывая проблемы, которые с этим тоже могут возникнуть, в особенности, когда речь идет о конкретных наиболее чувствительных группах пациентов. Идея заключается в том, как наиболее благоприятным образом, как точнее стадировать подмышечную область после, для того, чтобы не оставить резидуальную опухоль. Мы думаем об этом, помимо того, что мы снижаем уровень ложноотрицательных. И если имеется грязный гистологический край, то, допустим, химиотерапия, а потом хирургия, и вы убираете лимфоузлы, которые отмечены, и иногда эта операция может варьироваться. Не обязательно аналогичный узел удалять у другой пациентки, скажем, даже в этой группе есть различия. Есть опубликованные результаты подобного подхода. Очень известное клиническое испытание Alliance, затем Мари Техник из Нидерландов и исследование Песта из госпиталя Андерсена. И проводится мета-анализ, когда уже все эти клинические испытания объединяются, анализируются. Есть очень много публикаций по разным подходам. Прежде всего, как мы действительно снизим уровень ложноположительных, и как именно удалять лимфоузлы. И мы так, вот есть также исследование из Испании, и после разных техник диагностирования, ультразвука также, когда речь шла о каких-то специфических маркерах по выявлению через ультразвук. Есть очень хорошие результаты подобных публикаций. Проводятся систематические обзоры, мета-анализ, новые техники стадирования и терапии. Вывод заключался в том, что стадирование через комбинированные процедуры, когда мы смотрим на предварительно отмеченные как положительные края, гистологически грязные края, мы снижаем уровень ложноположительных, ложноотрицательных. Мы должны повышать качество наших клинических испытаний и мы используем разную технику удаления сторожевых лимфоузлов. И тут достаточно интересный метод, который уже делается. Это когда используется радиовещество, метка. Используя разные, когда идет отметка радиоактивным йодом, затравочными семенами, но у них это долгоживущие. И, как я уже говорила, я повторяю, вся эта новая эти новые технологии, техники изучаются, используются радиочастотные теги и клипируются лимфоузлы. Мы используем определенные стратегии, когда мы отмечаем положительные, позитивные лимфоузлы, затем мы их удаляем, как я говорила, используем радиоактивные йоды. Мы объединяем технологию, которую я вам показывала раньше, так называемую Марию, когда мы использовали йодные затравочные семена, и также традиционную технику и диссекцию подмышечного лимфоузла.
И есть еще два интересных исследования, когда удалялись лимфоузлы, одно в Германии, другое в Америке, когда удалялись положительные лимфоузлы. И, ну, они либо использовали радиочастотный тег для этого лимфоузла, или другие виды технологий они используют для биопсии лимфоузла. Это публикация, которая описывает голландское клиническое испытание РИЗАС. Пока еще результатов нет, но это новый подход, менее инвазивный, к стадированию подмышечных узлов после неоадъювантной химиотерапии. И вот еще одна иллюстрация работы с лимфоузлом, как мы выделяем. Также очень интересно было видеть результаты этого испытания, то, что мы называем татуирование этого лимфоузла. Это было очень интересно. Мы использовали эту технику, ну, раньше мы использовали углеродный стержень внутри, но сейчас методы более уже прогрессивные, более интересные, ну, интересны результаты этих нескольких клинических испытаний. И завершить свою презентацию хочу следующими словами. А как мы должны, с какого подхода мы должны осуществлять биопсию или таргетированную биопсию лимфоузла подмышечной области, и что нам делается с пациентами после того, как мы стадировали подмышечную область, и как проводить местно распространенную терапию, в особенности местную терапию. И я уже говорила, отмечали мы радиоактивно йодными семенами. Американское клиническое испытание рандомизировало пациенток после того, как выявлены были пациентки с положительным лимфоузлом. Дальше была хирургическая операция плюс облучение других регионарных лимфоузлов или облучение подмышечных узлов и дополнительное облучение других регионарных лимфоузлов и терапия, которая проводилась по подмышечным лимфоузлам. Она оказалась ничуть не хуже по результатам, чем диссекция. Но, конечно, у любого лечения могут быть побочные эффекты. И мы должны также упомянуть также клиническое испытание. Аксесс – очень сложное клиническое испытание. Но если мы выявили положительный лимфоузел, и мы отмечаем или клипируем лимфоузел. Если позитивный, то проводим диссекцию. Если нет, то облучение регионарных лимфоузлов после диссекции других регионарных узлов. И если они не в этой группе, мы можем также проводить облучение лимфоузлов подмышечной области. Клинические испытания продолжаются. Если мы выявляем позитивный лимфоузел, извините, так не хочется вас прерывать, доктор Же. А это последний слайд. Оптимальное хирургическое лечение подмышечных лимфоузлов, разные режимы. Это может быть комбинация. Мы используем радиотерапию, радиоактивный йод, отмечаем им. Но все это, конечно же, означает, что мы можем меньше осуществлять хирургическое вмешательство на лимфоузлах подмышечной области благодаря этим методам. Большое спасибо.